Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Кіберполіція Дніпропетровщини викрила зловмисників у привласненні грошей іноземців за допомогою фішингу. Фігуранти створили з десяток фішингових інтернет-майданчиків оголошень, де користувачі вводили свої банківські дані. Таким чином зловмисники ошукали потерпілих на понад мільйон гривень. Що означає це заморське слово «фішинг», кому він загрожує, як від нього вберегтися, розкаже нам сьогоднішній гість. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» аналітик фраудмоніторингу банківській сфері Олександр Карнаухов. Пане Олександре, раді вітати вас у нашому прес-центрі. Надаю вам слово, що ж таке фішинг, як я вже сказала, кому він загрожує, як від нього вберегтися. Розкажіть, будь ласка. Добрий день, Анна, добрий день, уважаемые телезрители. Давайте начнем с того, что такое фішинг. Фішинг – это подделка интернет-сайта известной компании, либо известного какого-то популярного бренда, не только украинского, но и мирового. С какой целью мошенники создают такие поддельные сайты? С целью выманивания данных граждан, как данных банковских карт, то есть номер, срок действия карты, так выманивание сразу денег или же каких-то персональных данных, допустим, фамилия, имя, отчество, ИНН, скан копии документа, возможно, и так далее. Для дальнейшего использования этих данных в каких-то мошеннических схемах для получения денег жертв. Как это происходит? Пользователь, гражданин, мы с вами заходим на по какой-то поддельной ссылке, либо в интернете нашли этот сайт. Чаще всего мошенники сначала начинают общаться с жертвами под различными предлогами. Мы это ниже с вами обсудим, расскажу про это. Начинают общаться в каком-то мессенджере, либо на каком-то сайте, торговой площадке, сайте знакомств и кидают под каким-то предлогом жертве потенциальной эту ссылку. Она длинная, ссылку прямо на поддельный сайт, где жертве необходимо как раз, где сразу появится какая-то форма, в которой будет необходимо заполнить какие-то данные, которые мошенникам нужны. Это либо личные данные человека, или же данные чаще всего это его банковской карты. Вот. Тема фишинга актуальна, в принципе, для Украины, наверное, последние лет 15, после того, как интернет стал доступен каждому и везде. Как компьютер, потом смартфоны начали развиваться в 10-х годах, и, соответственно, вот за последнее время, особенно последние полтора года, когда у нас действует так называемый адаптивный карантин, конечно же, увеличилось количество интернет-заказов еды, продуктов, покупка техники и так далее и тому подобное. То есть многие люди ушли в онлайн. Я, допустим, большинство покупок делаю онлайн и в магазины практически не хожу. Вот. И мошенники пользуются этим, создают эти поддельные сайты и наших украинских известных брендов, меняя в названии буквально внешне этот сайт, вот вы заходите на него, он практически неразличим. Первый взгляд на него вы не отличите, настоящий это сайт или не настоящий. Вот. И тут стоит понимать, что на что следует обращать внимание. Мошенники зачастую меняют в названии просто один символ. К примеру, сайт, это просто из головы, адрес настоящего сайта ромашка.ua. Чтобы получить вот этот домен .ua, необходимо пройти процедуры в регулирующих органах Украины, не просто так этот домен .ua дается. А мошенники вам кидают поддельную ссылку, она длинная, куча непонятных символов, но вначале там будет ромашка.ia. И вы на это не обратите. Это домен какой-то там африканской страны, к примеру, либо страна Азии, к примеру, какая-то и так далее. Вот. И все, это уже другой сайт абсолютно. Мошенники зарегистрировали имя, создали этот сайт, и уже не настоящий сайт. Вот. Пум-пум-пум. Ниже об этом поговорим подробнее. Формально. Для наших зрителей можно подразделить фишинг на две части. Первая часть – это без онлайн выманивания денег. То есть, когда мошенники выводят форму,
прося заполнить личную информацию, допустим, для получения грин-карты для выезда за рубеж там, в США, к примеру, заполните там ФИО, родители детей и тому подобное и так далее. Вот. Далее эти данные могут использоваться через несколько дней, через месяц для получения онлайн-кредитов, для попыток получения, к примеру, для... К примеру, дальше будет прозвон, возможно, от мошенников, которые будут представляться сотрудниками службы безопасности банка и так далее, зная все персональные данные, им легче будет сказать, то есть войти в доверие жертвы, потому что у них перед глазами его все персональные данные, сколько детей, в каких банках открыты счета и так далее. Вот. Это первая такая подраздел, на которой, половинка, на которую можно поделить. Она не слишком популярна, но она тоже имеет место быть. Чаще всего мошенники, не заморачиваясь, в онлайне стараются выманить деньги. Для этого они кидают жертвам ссылки, которая визуально с формой для оплаты, которая визуально похожа на настоящую, вот, которую вы, допустим, видите, когда оплачиваете какие-то услуги на наших украинских либо зарубежных сайтах. Но в коде этого сайта зашиты реквизиты мошенников, то есть для перевода с карты на карту. То есть, образно говоря, вы думаете, что оплачиваете за там, товары для животных какие-то, вот, и визуально это сайт для животных, на котором вы платили. Но в коде этого сайта поддельного мошенники зашили реквизиты для своей карты. Вам достаточно ввести только реквизиты своей карты, и вы переводите им деньги. Вот и все, и теряете их. Исходя из этого, какие популярные сейчас вот и актуальные для сегодняшнего дня есть схемы выманивания данных вот с помощью фишинга, с помощью поддельных сайтов? На что, к сожалению, мошенники давят, а мы с вами зачастую ведемся, теряя свои деньги. Ну, самое такое яркое, самое банальное, давно работающее, это поддельные сайты с информацией о том, что вы выиграли деньги, вот, там, за участие в какой-то акции. Ответьте на там, 2, 5, 10 вопросов столицы Украины, кто сейчас президент Украины, там, как называется наша планета. Вот на такие вопросы поздравляем, вы ответили все правильно, вы выиграли там 20 тысяч гривен. Но для таких выигравших еще 100 тысяч. И для того, чтобы вы подвинулись в очереди вперед, необходимо оплатить комиссию, которая вам вернется. 250 гривен. Сумма небольшая за 100 тысяч. Ну, там, тебе 20 тысяч платят, 250 гривен оплатить. Круто, не вопрос. Выводите данные своей карты. Все, деньги ушли с карты, 250 гривен. Появляется следующая форма. Отлично, Александр Владимирович, вы оплатили эту комиссию, но вот сейчас еще есть таможенный сбор какой-то, там подакцизный сбор и так далее, пока же сколько угодно этих форм будет выводиться, пока жертва не кинется что, и поймет, что его обманули, либо же пока у него не закончатся деньги на карте, потому что, к сожалению, когда у вас страх есть того, что вы потеряли 250, 500 гривен, 750, он вас гонит вперед, и, к сожалению, вы дальше начинаете пополнять. То есть не ведитесь никогда на участие в каких-либо акциях. Следующее, тоже популярное, есть у нас торговые площадки в Украине, когда, ну, всем известны, не будем их называть, когда физическое лицо, вот вы, Анна, продаете, допустим, какой-то телефон на этой площадке, как обычный человек. А я, как обычный человек, нашел ваше объявление, позвонил вам, мы созвонились, состыковались, вы мне телефон, я вам деньги, все. Мошенники этим пользуются, они создают объявление с товаром, который и указывают цену в несколько раз ниже рыночной. Вот. И ждут, они не ищут жертв, жертвы находят их сами, то есть они ждут, когда кто-то клюнет на эту приманку. Так вот, когда жертва потенциально клюнула, написала мошеннику, даже на этом сайте торговой площадки о том, что я готов купить у вас по такой вкусной цене такой товар. Хорошо, там, Иван Иванович, давайте с вами в мессенджер перейдем. Мне что-то тут вот плохо этот чат работает. Давайте с вами в мессенджер перейдем. Переходят в мессенджер, уже который не контролируется этой торговой площадкой. И мошенник говорит, давайте мы с вами сработаемся. Я не хочу, чтобы вы думали, что я вас обману. Кину, и я не хочу быть обманутым, давайте с вами по какой-то там безопасной доставке либо безопасной сделке сработаем. Вот вам ссылка на
на эту безопасную доставку и кидают поддельную ссылку. Жертва, переходя по этой ссылке, видит, что визуально, ага, это торговая площадка, на которой он 2 минуты назад нашел это объявление мошенника. Форма для безопасная сделка какая-то написана, название формы. И данные для введения реквизитов. Что вы покупаете, мошенники пишут так, вы покупаете там товар за 8000 гривен, введите данные карты. Жертва вводит данные своей карты, подтверждает паролем из СМС, 3D Secure код так называемый. И все, деньги у него списываются. И их не вернуть. Это такая одна из самых популярных схем, поэтому я акцентирую внимание наших уважаемых телезрителей и граждан, что расскажите родственникам и так далее. Особенно это касается, это не касается бабушек, дедушек, там 60-70 лет. Это касается нас с вами, 20-30-40 лет, больше всего жертв. Как раз мы с вами становимся, то есть абсолютно вроде современные люди, которые с смартфоном родились, можно сказать уже. Вот. Еще интересная такая схема, она не частая, но она очень забавная, интересная, ну и грустная, потому что все же люди теряют деньги. Это когда мошенники регистрируются на сайтах знакомств, либо в приложениях для знакомств, добавляют там, заполняют аккаунт от имени девушки, не настоящей, фейковой, вот, знакомятся с парнями. И говорят, что ой, там общаются какое-то время, потом говорит, ой, дорогой, я к тебе еду, закажи там вот дорогую еду. И кидает ему ссылку тоже на поддельную ссылку на какой-то поддельный сайт, на котором, допустим, там роллы суши вот, оплатить. Соответственно, жертва оплачивает, и деньги у нее уходят. Не сушей, не девушки. Вот. Также получается точно так же с кинотеатрами, точно так же с театрами. То есть подделывают сайт, форма оплаты. Вот вы там покупаете на приватный концерт, там, не знаю, какого-то известного актера там, для себя, для девушки, допустим. По факту вы переводите деньги мошенникам. Поэтому быть очень внимательным. И как можно защититься? Давайте теперь перейдем к этому, то есть плавно перетекая. Всегда стараться мыслить трезво. Откуда пришла вам эта ссылка? Кто вам ее переслал? То есть уверены ли вы в человеке, который вам ее переслал? Следующее. Может ли президент какой-либо страны, Украины, США и так далее, может ли Госдепартамент США, может ли известный актер, украинский либо зарубежный, делать вам какие-то выплаты, потому что мошенники тоже зачастую пишут, что вот такой-то актер там разыгрывает 10 айфонов, либо там 100 тысяч гривен, либо вот выплаты от президента Украины для того, чтобы получить, заполните свои данные, либо Госдепартамент США признал, даже это на Ютубе есть ролики, мошенники записывают ролики, что ребята, я вот узнал, вот такая схема, 10-15 минут ролик, накрученный просмотры и в доверие втираются. Вот. И ну, касаемо того, что Госдепартамент США признал, что ваши данные там, на Facebook или еще где-то были скомпрометированы, то есть мошенники получили к ним доступ, и вам присуждена компенсация. Заполните форму. И вы можете заполнить форму, как в идентификации Борна, кто смотрел фильм, когда у Мэтта Дэймона вот его там русский паспорт был вот так написано. То есть можно заполнить такие данные, что действительно поздравляем, вы выиграли деньги, вот, пожалуйста, верните. То есть не вводите на такие, не ведитесь на такие схемы, никогда не вводите данные свои личные, либо данные своей карты на таких сайтах, потому что 100% вы потеряете свои деньги. Третий момент. Большинство платежей, которые мы с вами делаем, сейчас 99% банков работают с 3D Secure кодом. Что это значит? Пароль из СМС, так называемый. Вы вводите данные своей карты, срок, номер карты, срок действия, CV2, код карты. Нажимаете «Оплатить». И вас переводят на страницу для подтверждения этого платежа, второй фактор защиты, где написано, что вам необходимо ввести пароль из СМС, или сейчас многие банки большие предлагают в приложении банковском нажать кнопку «Подтвердить». Соответственно,
внимательно, пожалуйста, ознакомьтесь на этой странице, что вы там видите. Во-первых, там будет видна сумма, которую вы переводите. Во-вторых, будет видна торговая точка, магазин, в котором вы делаете оплату. То есть, если вы оплачиваете ЗОО товары, то оно так и должно примерно там отображаться. ЗОО как-то так. Но если вы видите там совсем что-то другое, к примеру, P2P, P, двойка P, это переводы с карты на карту. То есть мошенники, подставив свои данные, ну, они у вас крадут деньги. То есть внимательно, пожалуйста, смотрите, что вы подтверждаете. До момента, пока вы не нажмете эту кнопку «Подтвердить», деньги у вас не спишутся. Но если вы подтвердите этим паролем из СМС, по правилам платежных систем Украины, MasterCard и Visa, оспорить как-то эту операцию, вернуть деньги невозможно. Поэтому всегда... Это как ваш документ. Вот вы на кассе в магазине покупаете товар, продукты. Вы, ну, надеюсь, большинство из нас сверяют по чеку плюс-минус, что вы купили. Вот так и здесь надо удостовериться, то ли вы купили. Вот, поэтому быть внимательным и все-таки не нажимать кнопку, не вводить пароль из СМС, пока вы не ознакомитесь, пока вы не уверены в том. Если есть какие-то сомнения, вы с этим сайтом не работали раньше, либо вам где-то ссылку кинули в личных сообщениях в мессенджере, конечно же, ничего не вводить. Лучше обратиться в ваш банк, в клиентскую поддержку, и зачастую... сотрудники клиентской поддержки грамотные и подскажут вам, настоящая ли это ссылка или нет. Можно также в Гугле просто, в поисковиках Google и так далее, просто поискать сайты, которые дают возможность проверить, настоящая это ссылка или нет. То есть просто вот сервис, который позволяет в открытом доступе, не закрытый. Никогда не переходить, вот к следующему моменту, никогда не переходить по ссылкам, которые вам кидают в мессенджерах. Потому что даже если ты кинул родственника могли взломать страницу. Вот. И исходя из этого, мошенники могут отправлять эти сообщения всем друзьям из списка. Если же вы все-таки перешли по ссылке, пожалуйста, ознакомьтесь, как этот сайт выглядит. Первое. Сайт обычно русской, украинской, английской версии есть. Мошенники не заморачиваются с переводом на украинскую, английскую версию. Покликайте, пожалуйста, украинская, английская версия. Если там ничего не откроется, сайт поддельный. Покликайте на боковые менюшки перехода. Они должны на настоящем сайте 100% работать. Если они не работают и вас обратно перебрасывают на эту же страницу, это тоже поддельная ссылка. И никогда не стоит какие-то данные вводить. Ну и в заключение хочу напомнить известную пословицу, что, конечно же, бесплатный сыр только в мышеловке. И желательно все-таки не вестись на такие какие-то сомнительные выигрыши и не терять свои деньги. Що ж, дякую вам за прес-конференцію. Доступна, цікава та корисна інформація для наших глядачів. Сьогодні говорили про фішинг, що це таке, як він працює і чи можна від нього вберегтися. Корисну інформацію ми почули від нашого гостя, аналітик фрауд-моніторингу в банківській сфері Олександр Карнаухов. Ще раз вдячні вам, Олександра. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!